Все, чтобы на себя делать, нанимаешь два раза. Опять два раза? А что мутно? Не мутно там? Друзья, всем привет! Всем привет! Амиран здесь. Майами здесь. Мария не может быть. Рано. Амиранчик, включай свою эту шарманку, заводи. Друзья, всем привет, всем, кто не спит, сегодня пятница, а, наверное, сегодня не спят многие. Правильно, люди еще не все пришли, сейчас мы будем бить шмупсика, сейчас будет эксклюзив. Олежа, ты будешь бить шмупсика? Шмупить будет, будешь шмупить? Маш, готовься, правильно, волосы себе подними. Друзья, мы все находимся в ресторане «Жизнь Пи». Хватит рекламу. Да, я всех рекламирую. Быстро показываю заведение, народу вот. Все классно, вот ваш любимчик. Это не он. Не все его узнают, это Олежка Майами, он немножко поправился. Олег, передай привет всем. Какой привет, весь... родные, любимые, привет, дайте бит. Майку подними, подними майку. Привет. Друзья, все здесь, Алекс здесь, Бегаев, сейчас дойду до него, все его увидите. Все же любят Алика. Иду к Алику. Алекс, передай Макс, всем привет. Какую ты только что курицу ел? Всем привет. Вот это хрустящая новая. Чипсы куриные. Куриные чипсы. Друзья, категорически всех приветствую. Бегаев, Алик, меня зовут. Мы находимся в «Жизнь Пи». Здесь близнецы, здесь вкусно, здесь кайфово. Ждем всех. 4000 человек тебя смотрит сейчас, дядь. Ты понимаешь? Всего лишь? Ты охренел? 4000. Алик, еще раз привет, и я пошел дальше. Всем привет, жрите в «Жизнь Пи». Пока. Друзья, давайте покажу вам бар. Бар. Посмотрите, какой. Это наш бармен Макс. Передай привет всем. Привет всем. Расскажи об акции, которая у нас вот среди недели и в пятницу и субботу, тем более. Расскажи. Самая лучшая акция в Москве. Приходишь пить коктейль, а пьешь два. За ту же цену. Вот так вот, друзья, те, кто следит за баром, заказывайте один коктейль, и вот такой вот аттракцион щедрости вам сразу подгоняет второй. Так что можно приводить подругу. Мужикам мы даем, нет, коктейль пить? Даем, мужики тоже люди. Да, мужики тоже люди, и мужикам тоже даем два коктейля. Один покупаешь, второй идет в подарок. Так, Маша где? Маша здесь. Сейчас еще раз покажу ее. Покажу. А вот Леха, Леха, передай всем привет. Всем салам, алейкум. Песню спой. Коллегу. Олег не умеет петь. Грязные сланцы. Грязные сланцы. Маша здесь, все. А без кем-то? Кто это? Дай сюда. Подожди, дай я покажу еще очень уютную комнату и приду к вам. Еще хотят люди, вот видишь, на 14 можно. Покажи Машу, иди нахуй. Показал, смотрите, у нас здесь есть люди, вот, которые готовят еду. Но это не важно. Вот, это важно? Не важно, важно. У нас три повара из Индии на минуточку. Короче, я им обещал, что мы изобьем Машу. Изобьем? Ну хорошо, ударь просто ее. Почти по лицу. Ай, ты тряпка. Маш, ты ах ты тряпка. Дай мне эфир нам. Ах ты тряпка. Нет, я тебе реально говорю. Ты вот написал, будем бить Машу, бей. Мужик сказал, мужик сделал. Да ты написал. Это Макс ты написал. Бей ты написал. Ты бей а можно я ударю твою девушку? Ну как? Я не тебя спрашиваю. Можно я ударю твою девушку? А куда ты хочешь? В нос. Нет, ну может он так, знаешь. Нет, смотри, я вот так слегка в нос, чтобы кровь пошла чуть-чуть и все. Можно? Я понял теперь, почему тебе мы... пишет драчу. Почему мы подолгу Катю твою не видели? Не, не понятно. Почему она дома всегда сидела? Не, я никогда не бил женщин, но Машу хочу. Да. Вызывай, да, на такие ящики? Да. Маша, въеби ему, мне пишет. Дай почитай, что пишет.
Машуля, красотка, французский, Амиран, хватит обижать Машу. Маш, на французском можешь сказать? Нет. Опять, как ты хочешь бросать деньги с Артемом? Нет, ты потом обидь подпишешь. Подожди, ты можешь сказать на французском Амирану? Амиран, иди нахуй. Амиран, what the fuck, Шерри? Я тоже могу тебе сказать. Хорош. Да. Они пишут: Артём, расставайся с Машей, Маша тебе не подходит. Артём, Маша с тобой только из-за денег. А, Маша больше подходит Олегу. Вот, обижайте Машу, пожалуйста, они пишут. Маша, ты не могла бы... Амирана, отвали, дай пойду камин покажу, красивую комнату сейчас покажу всем. Друзья, сейчас увидите, у нас очень уютный кабинетик есть. С настоящим живым камином. Вот она какая комнатка. И вот камин. Я вас не обману. Вот так вот. И красивые девчонки сидят здесь. И есть еще телевизор. Приезжайте смотреть футбол. Вот такой вот випчик. А еще есть вот такие картинки. Ну все, я свою задачу выполнил. Несу телефон Амирану. Пусть он дальше рассказывает вам. Льет свое говно, к которому он привык. Тысяч человек смотрит и радуется. Вот ваш этот. О, уже 5500, нифига себе. Амиран, у тебя 5500 смотрит. Делает свою работу. Давай, ты на вопрос-то хоть отвечаешь? Маша, Леша, Артем, ты где? Привет, Маша, ты должна быть в Майами. Маша, тебе говорят, в Майами должна быть. Дай тебе. Давайте спарринг с Тёмой. Лёху потеряли. Я здесь. Алик. Тащи Олегу. Алик, тащи Олегу. Ну люди просят. Все брат. Обоссы Олега. Я сейчас за Олега вам каждому пиздец. Не надо, не лезь. Зачем? Давай, попробуй обоссать его. Обоссалка не выросла. Посмотрите на. Ты зря, брат. У тебя это обоссалка. Ладно, пацаны, не ссорьтесь. Я что хотел сказать? Это перископ близнецов. Жизнь пи. Подписывайтесь на этот перископ, они будут показывать вам разные трансляции, что здесь происходит. И что, бип? Брат, я не зверь. Я русский офицер. Ладно, запомни это. Алик, я уже трем бабам ебало набил, поэтому, блядь, выбирай слова, блядь. Лохматые ногти. А? Лохматые ногти. Черные глаза. Давай, поближе. Лохматые ногти, черные глаза. Своими ногтями свела меня с ума. Соски на спине, коленки на лбу. Я так тебя сейчас. Красава. Давай. Дальше неинтересно. Вся наша фишка в том, что мы охуенно читаем. Да. А ты сейчас плохо начал. Мы легенды рэпа. Да. Мы не моем жопы. Ну, все, как бы. Все, заканчивали трансляцию. Пацаны, когда заплатите?